Всем привет! Сегодня мы открываем Полинин подарок. Да. А подарили мы что, Полечка, тебе? Такую вот машинку. Как называется машинка? Очень популярная. Забыла. Гера? Гироскутал. 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 Вот. Заказали мы данную посылку на Таобао. Стоимость вместе с доставкой примерно обошлась нам 700 юаней. Пытались максимально выбрать именно подходящий подарок ребенку именно для возраста 7 лет. И еще они мне ворвали, что там будет лежать швабра. И они пошутили, что там будет ведро с шваброй лежать. Да, ну ребенку сказали, что там швабра лежит. Потому что посылка пришла нам немного раньше, чем у Полинки день рождения. Да, у Полинки 5 сентября. Посылку мы получили 3-го. Пришла она примерно за 2 дня. Все ссылки будут в описании на данный продукт. И еще давайте открывать. И более точная информация будет там. То есть сколько стоит. Ну давайте открываем же. Давайте же открывать. Говорим, да. Давайте же приступим, скажи. Да, ну давайте же приступим. Давайте же приступим. Все. Вот. У нас будет распаковка, будет знакомство и... Чуть попозже мы, наверное, заснимем, как Полинка вооружится каской, налокотниками, да? И поедет кататься. Я думаю, что у нее должно получиться. Ну давай, помогу. Подарок твой открывай. Раз, смотри, как быстро. Смотри, как быстро. Раз. Ой, папа, там еще лука. Пальчики. Смотри, там футбол какой-то, это подарок. Всегда, когда покупаешь товар с Таобао, продавец частенько ложит подарки. Вот такие всякие купончики. Побежать можно, бибикать можно, вот, ключи. Из подарков продавец положил вот такие вот защиты, вот такую вот защиту. Вот такую вот защиту. То есть она, в принципе, в комплекте не шла, и чехол тоже не шел, я думаю. А может быть и шел, ну, не знаю, посмотрим. Короче, что это? Это термос. О! О! Еще подарок! Еще подарок, термос! Всегда продавцы кладут что-нибудь интересненькое, чтобы, видимо, покупатель запомнил его и обращался к нему повторно. Это что такое, смотри? Скотч какой-то. Скотч зачем-то положили, непонятно. Вот это тоже, кстати, непонятный момент, что это такое. Ладно, дальше узнаем. Да, дальше. Убираем. Это, наверное, жвачка для меня. Упаковку убираем. Так. Будем учиться на ощупь. Так, это непонятно. Ну, давай, Полиночка, открывай. Будем. А, ну он запакован. Он получается полностью на пласт. Давай, коробочку убирай. Так, коробку убирай. Сейчас приду. Берем. Папа, можно я открою? Да, можно, давай. Аккуратно, там потому что уже идет само устройство. Ты вот так вот, нет, ты возьми вот так вот, вот так вот, и вот так вот, и проведи, да и все, и открыто будет. Полин, ну ты скажи на камеру, скажи, ребятам, скажи, тебе подарок понравился? Здорово. Да, очень здорово. Там еще есть подарки. Беленький. Слушай, ну он такой здоровый. Ну, я скажу, что он большой, Поля. Не думаю, что он, конечно, такой будет большой, я думаю, он будет поменьше. И он очень тяжелый. Он весит. Он весит. Ой-ой-ой. Он весит где-то килограмм. 6, наверное, или 8. Килограмм 6 или 8 весит. Би-би. Динь-динь. Вот такая вот штукенция. Папа, он заряжен? Но должен быть заряжен. Давай, посмотрим. Так.
Слушай, еще сигнализация даже еще в комплекте идет. Ура, сигнализация! Чтобы мой... Для чего это-то? Вот я не могу понять. А? Наверное, чтобы себе зубы... Зарядка в комплекте. С такой вилкой. Так, надо разбираться, как он включается и так далее. О. The Bluetooth device is ready to pair. Он на английском. Ну что, будем пробовать, да нет? Да. Снимем на камеру. Ну, конечно, будем снимать, потому что, мне кажется, ребятам будет интересно посмотреть, как ты катаешься. О. Слушай, я не могу, ну поснимай меня. Слушай, на нем надо прямо вот учиться надо. Он, кстати, не пищит, не скрипит, да, папа? Разворачиваешься, короче, давишь одну ногу в одну сторону, другую в другую, и все, и вот сейчас наклоняешься. Надо выровнять его. Вот смотри, вот он реагирует именно на нажатие, и он именно сразу же, вот смотри, вот выровнять надо, вот, чтобы совпало. Все, и потом наступать, вот. Вперед маленечко наклонил, и он сразу колесо так вот джух прокручивает. Так вот, не успели мы распаковать подарок, Полинка на него запрыгнула, буквально я маленечко чуть-чуть ее за бока подержал, тихо-тихо-тихо, аккуратно, буквально за бока подержал ее маленько, как бы, ну она принцип работы просто поняла, я ей объяснил, что наклон именно ноги направляет то колесо, на которое давишь, правильно? Не пусть, это, полюсь, правильно? А расскажи, как вот она едет, скажи. Она, короче, вот так вот нажимаешь. Давишь на одну сторону колеса, да? Да. Потом она едет. А если ты хочешь развернуться, то как? То нужно нажимать немножко вот так вот. То есть одну ногу в другую? Нет, наоборот, нужно как бы поворачиваться. Ну да. Ну, в общем, да, чтобы развернуться, можно одну ногу выровнять ровно, то есть не давить вообще никуда, а вторую ногу давить, допустим, в одну сторону, либо назад давить. И тогда ты плавненько повернешься. Если ты хочешь быстренько повернуться, то нужно, естественно, в разные стороны ноги давить, и тогда прям быстро-быстро прям повернешься. И вообще он прям шустрый-бодрый, это она сейчас на самой маленькой скорости как бы движется. А? Да, потому что дома тут нельзя много скорости, то да. Где-нибудь стукнешься, сдувайся. Я впервые катаюсь на гироскутере. И какие у тебя ощущения? И у меня ощущения, когда он, ну, очень смелые ощущения. Смелые ощущения? Да. Смелые, и аж мне... Будет ночью так всегда хочется покататься на еще. Ну ты выражаешь свои мысли, конечно. А мы пойдем попасть? Уроки сейчас будем делать. Уроки, доченька. Очень много уроков заняли, поэтому. А почему? Задали, а? Почему? Потому что ты в школе, моя хорошая. Вот бы я была в садике. В садике тоже учиться надо было, там тоже задавали уроки. Ну, да. Тихо, аккуратно. Разворачивайся. Олька, шибанешься.
Он прям весь светится такой прям в темноте. Да. Я пытаюсь. Ну что, пока вроде видно все. Вот конфеты даже ты не положил. Полина собралась покататься на гироскутере на во дворе. Это первый у нас это первый наш выезд. Она набрала с собой защиту, какие-то даже там что-то сладости какие-то взяла. Короче, собралась нормально. Так ты на коленники одень и все, Поль. Нет, все должно одеть. Потому что не боюсь. Сейчас, короче, будешь в занос заходить, да, будешь? Газу будешь поддавать. Газу? Будешь газ поддавать? Да. А если свалишься, будешь плакать? Если, кстати, летишь куда-нибудь в стену, ты ты спрыгивай с него, да и все. Спрыгивать, ага. Спрыгивать, а потом он куда-нибудь улетит. Давай, давай, скорее, тут темнеет. Ну, ты бы мне помог. Кстати, мы же еще выяснили, что наш гироскутер еще и поет же, правильно? Да. Будем музыку качать? Да. Русскую. Какая у меня. Ну, у нас закачано немного, чуть-чуть закачано музыки с одноклассников. То включим что-нибудь. Запускай. The Bluetooth device is ready to pair. Папа, включай музыку. Да потом, давай сначала покатаемся. Давай, первый тест-драйв. Полинка у нас пока сама не может вставать на него, поэтому я помогаю. Давай. Самое главное ровненько встать. Во. Все. Отъезжай от этого темного места. Давай куда-нибудь посветлее. А то одни лампочки видно, а тебя не видно. Вот так вот, более-менее. Ну что, скорость? Как? Побыстрее, если. Остановиться ты сможешь? Как, допустим, как остановиться? Нужно как бы, да. Угу. То есть наклониться именно нам. Аккуратно. Ну это же небольшая скорость. А? Блин. Папа, дай сумку. Нет, ты давай рули, а я музыку включу, пока ты едешь. Вот так потихонечку езжай. Музыка включается по Bluetooth. То есть нужно синхронизацию первый раз сделать. И повторная синхронизация уже не нужна. Просто включить Bluetooth. И сейчас он звуковой сигнал должен подать, что устройство подключено. Блин, ну прям тебя вообще не видно практически. Темно так быстро в Гуанчжоу. Во. Вот он подал звуковой сигнал, что подключение произошло. Так, ну давай. Ого, ты куда рванула-то, алло? А музыку? Музыку-то будем качать? Так, ну давай нашу. Давай, это не женщина. Взбудоражим это местно, да?
понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!